Привет, меня зовут Эд, и сегодня я запишу для вас несколько видеорецептов на тему здоровья и красоты. Сегодня я расскажу об эффективном, очень действенном, реально рабочем способе, как избавить ребеночка от насморка. Ребеночка — это понятие растяжимое, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом. Я думаю, что это примерно где-то от 2-3 лет можно производить, но обязательно консультируйтесь с врачом. Способ, в принципе, очень простой. Практически с первых минут, как вы услышали что-то подобное у ребенка, как сопельки, вам необходимо купить в аптеке свежий физраствор, обязательно свежий физраствор. Не тот, что у вас где-то открытый уже лежит полгода, а именно свежий, запечатанный он есть. В аптеке покупаем просто физраствор. Дальше чистая пипеточка вам нужна. Покупаем детскую большую аскорбинку и покупаем глюконат кальция. Если ребеночек очень маленький, конечно, таблетки ему эти давать не нужно, а только через врача. Если ребенок там 3 года и больше, посоветуйтесь с врачом, возможно, все это можно. Это как одно из мероприятий. Что делаем? Берем чистую пипеточку и каждые полчаса капаем ребеночку по 5 капель в каждую ноздрю просто физраствора. Если ему можно давать аскорбинку, значит даем ему аскорбинку. Если можно давать глюконат кальция, даем глюконат кальция. Все это только через врача. И сильно маленьким детям очень осторожно. Все только делаем через врача. Все, каждые полчаса, примерно 2 дня максимум, и все, любой насморк проходит.